Ураган, дождь, град, наводнение и отключение электричества. Даже если все эти стихийные бедствия произойдут одновременно, новая насосная станция в Дагомысе, как средневековая крепость, останется в строю. Сотрудники ее готовы к любым неожиданностям, будь то непогода или технические неурядицы. Часто затапливались насосы, машинное отделение. Когда большие дожди были, постоянно затапливало насосную станцию саму полностью. То есть у меня были перебои в работе? Перебои в работе были, аварийные сбросы. Сейчас основные работы завершены. Новое здание отвечает всем экологическим стандартам и нормам. Запах, идущий от резервуаров, особенно в жаркие дни, отводит мощная система вентиляции. Также улучшено управление самой станцией. Контроль и корректировка слаженной работы всех узлов оборудования происходят с двух щитов. Она стала полностью автоматизированной. Сейчас как раз ведутся пусконаладочные работы, после чего станция будет работать, грубо говоря, как живой организм сама. Также здесь предусмотрена дизельная установка, которая в связи с отключением электроэнергии автоматически срабатывает. После реконструкции мощность насосной станции увеличилась вдвое. Факт немаловажный для решения проблемы слива канализационных стоков в реки Дагомыса и Мамайки, которые обслуживает станция. Новое оборудование способно работать при любых нештатных ситуациях. К примеру, эти насосные не останавливаются даже при полном затоплении помещения, оставаясь в автономном режиме. Это очередной этап модернизации сферы ЖКХ. Инга Габеша, телекомпания ФКТ.